Автор множества замечательных афоризмов Йешуа Иосифович Давидов, у нас более известный под греческим названием Христос, то есть помазанник Божий, между прочим, сказал, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Соответственно, запрет на зарубежные счета и на многие другие виды зарубежной деятельности для лиц, находящихся на государственной службе, означает, что им надо выбирать одно из двух. Либо переложить свое сердце в страну, либо уйти с государственной службы. Я полагаю, что оба эти варианта равно приемлемы для общества, потому что человек, думающий о своих деньгах больше, чем о государстве и обществе, естественно, не годится для работы на государство и общество. Так что мне этот закон кажется весьма полезным. Правда, по ходу его обсуждения предлагались и другие аналогичные меры. Например, запретить государственным служащим и их семьям пользоваться услугами зарубежных систем образования, медицины и других средств производства, главного средства производства, а именно человека. Но пока это не осуществлено, но я думаю, что все еще впереди, и что этот закон первый шаг на долгом правильном пути.